Привет всем, вот и наконец-таки настоящий обзор, ну почему настоящий, обычный обзор, а не технический, ну видео по техническим вопросам. Короче, я не знаю, какой матч записать, думал по теме или просто какой-нибудь замутить, ну я думаю, просто какой-нибудь замучу. Ну давайте, когда я зашел, давайте в Triple Threat зайдем, что-нибудь, я даже не знаю, какой матч взять, давайте... Давайте возьмем Battle for All все-таки. Пусть это будет TLC. TLC матч. Пускай будет TLC матч. Я буду играть с кого-нибудь последнего скачанного. Нет, я буду играть за Макси. Костюм рокера. Пускай будет он. Также еще кого-нибудь созданного. С последних, точнее скачанного, а не созданного. Создан у меня один Макси, давайте возьмем гробовщика Вайкера. Давайте возьмем обычного гробовщика. Вот такая будет путаница немного. Ну, давай. Найс. И вот так эти два гробовщика. И возьмем еще кого-нибудь. Давайте возьмем Тенсай или Райбек. Ну, давайте... Тенсай, все-таки Тенсай пускай будет. Такой вот батл будет сегодня у нас. Я думаю, выходы можно и не смотреть. Еще мы там не видели с вами. Ну, пропустим, что ли. Ну, давайте аренку какую-нибудь возьмем. Farman Day, например. Поехали. Так, ну, в общем-то, пока до 7 числа я ничего не записывал, некоторые могли не скучать и играть со мной в КС, да и не только со мной, просто в КС, но по скайпу это было забавно, в общем-то, сразу выявились 3, наверное, задрота или 4 в группе, ну ладно, они сами знают, кто это, так. Кстати, тут стоит сложность Easy, потому что я менял, там хотел записать видос, в котором, ну, как бы была бы нарезочка каких-нибудь моментов, там разбитые столы и все такое, ну, короче, экстремальных моментов, но, ну, для этого я поставил Easy, но нифига мне не получалось ничего сделать, такого эффектного не было, ну, типа, как моменты FIFA я записывал, ну, поэтому ничего и не вышло. Вот. Так, что-то два гробовщика тут доминируют немного. Так, ну мне будет легко все сделать, потому что, ну, изи, это понятно. Так, ну, сигнатуру не удается сделать гробовщику, он уворачивается, а вот Лорд Тенсай удается, это горы бомб. Исчезли у нас с ринга предметы, что-то все. Вот, и проведем финишер. Этот финишер вы видели, я вам говорил, что я делал новый, но это не новый, это был. Эй, за что DDT, там гробовщик лезет, дедмен. Скидывайте его. Хорош Тенсай. Я пойду за столом. Второй финишер созданный, который я заново создавал, я постараюсь сделать, еще показать. Ну, по-моему, вы видели, когда я делал видос. Создавал прием. Слышь ты, Тенсай. Вон пошел. Так, бульдог проводим гробовщику Байкеру. А теперь бы ему какой-нибудь суплекс. Ну, такой не очень крутой. Даже слэм это был, даже не суплекс. Бах! Суперкик. Бульдог. Лорду Тенсаю. Спайнбастер Дэдмену. Удар стулом Байкеру. Расплодились тут гробовщики всякие. Так. Нужно отодвинуть немножечко стольчик. И кого-нибудь в угол запустить. Например, кто-нибудь идите сюда. Спасибо.
Так, байкера-гробовщика. Ой, ой-ой. Посадим его на тумбаку и проведем суплекс. Черт, это походу не суплекс. Да, это дерьмо какое-то. Это такой, даже не знаю, как назвать этот прием. Ой, встает у нас гробовщик. Байкер. Да и второй тоже. О, двойной чек слэм от гробовщиков. Вот так вот. Разберем стол. Дентаторский. О, сейчас будет суплекс. Оу. На железной лестнице. Ну как-то не особо красиво разбилось, но ладно, нормально. Так, кладем гробовщика на комментаторский стол. Я надеюсь, я полечу на него, а не на тупарщику. Отлично, мунсолт и разбиваем комментаторский стол. Бульдог от гробовщика к гробовщику. Ой, не попал. Ау, мне сзади нападает байкер. Чем надо? Хорошо, let's sleep. А у меня есть сигнатура, я бы ее не прощу использовать. Так, какая же у меня там еще одна сигнатура? Опять горы бомб. Ладно. Вот, сейчас бы на лестнице туда, но там танцай. Вот на эти. А, так, сейчас бы провести второй финишер. Мой. Ну давайте, он созданный, вот этот вот. Что-то я там делаю с ним. О, бомба! Ах, жаль. Вот DX-овский жест. То есть power bomb и... Пайл драйвер такой. И гробовщик проводит. Last ride. Ах, чуть-чуть до стола не долетел. Lord Inside. Не добросил немного гробовщик. Ну и ладно. Было тоже неплохо, но на стол было бы эффектнее и намного круче. Эй, он же на столы бежал. Что это такое? Ну ладно. Сделаем лодочки Лорду Тенсаю. Ого, опасно. Гробовщик. Проснулся гробовщик. Опять гору бомб. Да что такое? Что-то у меня их много, надо будет поменять. О! Тройной суплекс. А там Том Стоун. На стол. Да, блин, не долетели. Ну ладно, давайте сделаем. Что бы сделать? Давайте сделаем опять вот этот пауэрбомб. Вот сейчас бы желательно на стол-то, ну нет. Диксовский жест и пайл-драйвер сейчас будет. Бабах. Блудлайн он у меня называется здесь. И, ну, вы, наверное, помните. Хотя, я думаю, вряд ли кто смотрел, у кого нету PlayStation там или что-то типа того, и кого интересовал вопрос насчет того, как создать финишер и применить, те не смотрели видео и не знали, какой у Макси финишер. Ну ладно. Я показал все равно. Elbow drop. Возьму-ка я стол. Гробовщик снял наши лестницы. Хрен тебе. Я хочу его положить на стол. Найс. Сейчас все получится. Спасибо, Лорд Тенсай. Но, блин, я хотел спрыгнуть. Эй, нет. А не полететь ли тебе на стол? Черт, но это не он. Так, погодите, я спрыгну сейчас, накоплю на финишер. На финишер, пожалуйста. Найс. Найс. Гробовщик, байкер, не мешай нам, пожалуйста. Отлично, финишер и... Аркио на стол. Огонь же, ну. Это же просто замечательно. Я даже не думал, что мы полетим на стол. Приблизительно даже. Но получилось так, как получилось. И сбрасывает нас Финном. Гробовщик. Так, ну ладно, было неплохо. Найдем какой-нибудь стол, но я зачем-то залез. Стол есть ли стол? Да, есть.
Так, мне не нравится, что гробовщик полез, и я ставлю стол. Так, он... Отлично, он висит. Ну-ка, слезай. Отлично, я его скидываю. И как бы пауэрбомб еще одновременно проводя ему. Здесь у нас стул. Ну, стул бы мне не нужен, конечно, был. Желательно стол. Отлично, суперкик. Пах получает Лорд Тенсай от... О, стол. От гробовщика Байкера. Стыкуем столики наши. Так, я не долечу, наверное, отсюда. О, нет, долетел. Отлично, но еще и лестницу там немного разбил. А у нас гробовщик Байкер проводит олдскул Лорду Тенсая. Ну, отлично. Ой-ой-ой-ой. Свалю-ка я лучше отсюда. Погуляем тут. И сейчас будет Last Ride проведен. Гробовщиком Байкером на Лорде Тенсай. Баба. И упал даже лестница. Так, сигнатура есть. Ну, прям таки хочется ее провести, например, на... Эй, еще. Так, клинч. Я выигрываю борьбу. И... Отлично. Три германских суплекса сейчас будет от меня. Но до стола не долетим. Нормально. Так, тут другой гробовщик на меня гонит бочку. Сейчас он получится это... точку. Ну, не знаю, финишер, что ли? Нет, проведем на этом же гробовщике. Финишер, это будет суперкик. Баба. Получал. Получил. Табло, гробовщик. Что, полезли, что ли? Только не скидывай столы, Тенсай. Я хочу скинуть на них гробовщика, например. А, нет. А, не-не-не-не. Я полетел вниз. Тенсай, спасай. Фух, повезло. Фейсбастер, тебе в наказание. Пустите меня. Лесенки. Сейчас бы суплекс провести гробовщику, но я немного не то сделал. А, сейчас будет олдскул от другого гробовщика. Я сделаю DDT гробовщику обычному. А гробовщик Байкер взялся опять за олдскул. Вот так бы. Ну-ка давай лезь, гробовщик. С другой стороны, здесь мое место. Да блин, ну зачем ты переставляешь? Ну и ладно. Фейсбастер. И разбили лицо гробовщику Байкеру. А я проведу три суплекса. Ага. Вот сейчас бы отлично было поставить лестницу, и чтобы еще залез на нее кто-то с другой стороны. Отлично. Опять гробовщик, хоть бы РКО на столы. Да, только один разбился. Ну ладно. Погоди, погоди, не бей меня. Погоди, погоди, нет. Я шучу. Черт. Фух, тут Тенсай лезет. Сейчас полетят вниз наши звезды. Отлично. Блин, я хотел скинуть гробовщика, ну как бы с ноги или просто... Но не получилось. Я почему-то за чемоданом тянулся. Ладно. Нормально. Вот, сейчас будет Last Ride. Давай, давай, на стол, пожалуйста, я тебя умоляю. Походу сейчас будет стол разбит. Отлично. Вот видите, на новичке даже круче играть. На изи, точнее. Фейсбастер разбивается у Тенсая лицо. Так показалось мне, что у него на груди еще кровь, но это нет. Все, и у гробовщика второго разбивается лицо. Один я с чистым лицом и неразбитым остался. Так, я чувствую, пора доставать столы. Тут стул опять, закинем его. Тут кусочки стола, а что? А вон, вижу, там стол. Ого, Том Стоун. Бабах. И Last Ride. А, тут гробовщика. Блин, хотел лесенки так закинуть, чтобы на них сделал гробовщик что-нибудь, но не получилось. Не успел я. И чокслэм. Вот так вот. Гробовщик уничтожает просто. Винтич Undertaker. И Томпсон, вот это да.
Ластрая, Чокслэм, Том Стоун, все есть у Гробовщика. Ему не жалко приемов. Мы что-нибудь Тенсай делаем, это Найтбрейкер, видимо. Да, Найтбрейкер. Так, Гробовщик, Гробовщик. Иди сюда, пожалуйста. Не трожь лестницу, спасибо. Эй, блин, я его хотел на стол положить, он мне не дал это сделать. Локтем ударил и будет лег дроп сейчас. Ух. Бедная шея моя. Ух, DDT проводит мне Гробовщик. Во, у меня есть финишер, сейчас он нарвется на мой финишер. Эй, я к тебе обращаюсь. Ну ладно, Тенсай, привет. Сейчас будет тебе больно немного. Пауэрбомб. И Пайл Драйвер. Найс. Андертекер кричат зрители. And that one hurt his hand. Ну это, наверное, обычно финном. Гробовщик финном. Ух, Тенсай проводил кроссбади, но он как-то так забавно у него получился. Криво. Фейсбастер. Ну-ка, вставай. Так, ластрай будет сейчас от гробовщика к гробовщику. Вот так вот забавно. Кладем Тенсая на стол. И сейчас бы желательно прыгнуть на него. Очень замечательно. Давай-давай. Отличный лоблдроп. И разбиваем стол. Правда, на этот же стол гробовщик делал бы ластрайд. Мне кажется, не разбился бы стол, на котором лежал Тенсай. Но получилось, что ластрайд пришелся на чисто на Тенсая. А мы проводим горы бомб. Вот так вот. Жаль, у меня нету финишера, который позволил бы мне полететь, типа, что-нибудь с Вентон Бомбы или что, или что-то типа того. Шах и мат провели Гробовщика. Он, кстати, встал. Как так? Как будто я его и не ударял. Блин, полетел стол. Че лестницы-то не берутся? Ладно, хрен с ними. Блин, не долетел до Тенсая. Блин, и суперкик не удался. Или броукик, как это называется, у Шеймуса. Зато удался бульдог. И Мунсолт, или Лайонсолт, как вам удобней. Бабах. И сейчас я чувствую, полезет Тенсай. Да, он это делает, но сейчас ему проведем финишек отсюда. Это Аркео, но столов у нас нету. Ага, тут еще и другой гробовщик. Сейчас мы тоже ему что-нибудь сделаем. Или он нам сделает, хотя нет, просто его вот так вот с ноги выпнем. Ой, хотел я прыгнуть еще на гробовщика, но Тенсай опрокидывает лестницу. Так, ну, сбивать гробовщика. Ну, оттуда не дотянутся. Отлично. Сигнатура. Походу RKO будет, да. Найс. Да.
так вот. He's going back outside. Oh no, not again. Checkmate. What a haymaker! A huge right hand. And his back now has to be screaming in pain. Looks like he's having trouble staying in the ring. And now constructing a diabolical setup with that ladder. Oh, unloading with the right hand. He's spending more time outside the ring than in it. Uh-oh, look where he's going again. Hard shot to the arm. Last drive. О, даже сейчас стол бы One more time. Oh, look at this! DDT! And their skull might have been cracked on that ladder. And he's using that ladder like a tag team partner. The Mastodon has the arm. Big time pain to that bicep. He's heading back up. Так. Ой, 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 походу сейчас снимет. Да. Ха, на стол упал. Ну, чемодан отдельно. Ладно. Ну, в общем, такой вот матч получился. Победил. Всем пока.